Начало конца 2020 года, друзья. Ваш любимый подвальчик. Остается два полноценных рабочих дня. Это сегодня 28 и 29 декабря. После 30 у нас сокращенный, а потом, ну, будет у нас небольшой отдых, так, около 4 дней. Будем действительно, знаете, Новый год начинать со свежих сил. А, задачи у нас ясные и простые. Это выполнить максимальный объем компьютерных ремонтов за эти кратчайший срок. Происходит много чего интересного. Никита там подсобирает сборочку. Ванька пошел перекусить, но он тоже уже с утра несколько аппаратов скрутил. А, начнем, пожалуй, с сенсации. А, честно, такого я ни разу не слышал. Но пришел молодой человек, парень, ну, назовем так, школьник, вместе с мамою. И заказ 11.49. И вот, знаете, дает в руку вот эту вот красоту. Это Ryzen 7, друзья, 2700. Ну, в свое время самые топовые сборки на нем собирались. И хотя на сегодняшний момент он, безусловно, остается очень крутым процессом, звучит он уже, конечно, не так страшно. Тем не менее, если присмотреться, друзья, а мы в любом случае присмотримся, у нас здесь... Это стабильная ситуация, когда по периметру процессора согнуты, загнуты, убиты, скручены, верчены ножки. В общем, поверьте мне на слово, 2700 чувствует себя печально. И, собственно, логично было предположить и спросить: парень, как так все вышло, потому что он на материнскую плату пришел. Знаете, что он сказал? Мы его таким купили, причем купили его в Ситилинке, то есть вот представьте, насколько это правда, насколько нет, но продали, парень не проверил при приемке, как только он его, соответственно, достал с покупки, он уже был весь погнутый. Правда или нет, напишите в комментариях, но нам нужно быстренько сейчас это все подправить, чем мы займемся, безусловно, и надеемся, что он будет жить. Но это всего лишь вот такая сенсация. Я такого никогда не встречал, чтобы продавали с загнутыми ножками процессор. Если у кого-то такой случай был, дайте знать, просто для статистики. А начнем мы аппарат... Стоп, а где номер заказа его? А, номер заказа там... Да, я не успел наклеечку наклеить, но номер заказа у нее должен быть хороший. Потому что это у нас... 1151. 1151 это очень актуальная платформа, в данном случае максимально актуальный заказ. Давайте посмотрим, как он себя ведет. Из того, что сказал клиент, ничего не понятно, он то ли это вообще не его, то ли друга принес, просто нет нормальной работы. Давайте посмотрим, во-первых, первое, что мы делаем, друзья, это оцениваем appearance, то есть внешний вид этого потрясающего аппарата. Самая блатная вещь, которая бросает в глаза, это, безусловно, дисковод от MSI. Нечастые, друзья, честно скажу, дисковод от MSI, это прям вот если собирать полностью сборочку от MSI, там корпус, вся материнская плата, процессор от MSI, то дисковод от MSI подойдет изумительно. Ладно, стартуем. Он, конечно, чувствуется, настрадался. Давайте посмотрим, как он себя ведет. Все, у нас есть контакт включения. У нас подключен питание, подключен HDMI. И на этом все. Я еще не открывал. Я не открывал, но судя по тому, как клиент выражался, там внутри должно быть что-то не такое старенькое, как этот корпус. Давайте посмотрим, как это себя все ведет. Открываем и убираем крышечку и заглядываем вместе с вами в эту компьютерную историю, чтобы понять и разобраться. Первое, что нам, друзья, бросается в глаза, это 1155 платформа, и она у нас, судя по всему, в постоянном ребуте. Блок ATX500 Pioneer от FSP. FSP-шечка нас тут выручает. А материнская плата полноценная от ATX, видюшка, заглушка, и да, мы в цикличной постоянной перезагрузке, что-то у нее происходит нездоровое. Давайте нашим любимым методом попробуем с этим всем разобраться. Да, так, опаньки. Смотрим, чтобы оценить ситуацию. Вообще, когда речь идет почему-то вот именно с 1155 платформами, связаны постоянно загнутые сокеты. Я вот прям как... Две планочки, смотри, по 4 гигабайта от Kingston Genesis. Звучит, по-моему, неплохо. Ну вот с этого неплохо мы, безусловно, с вами и начнем. Банальную диагностику посмотрим, принесет ли этот системник интересную историю, или это будет очередной запустившийся аппарат после пару переподключений оперативной памяти. Но надеюсь, что-то у нас хорошее будет. Также обязательно... Нет, про это расскажу в следующем. О, да ё-моё! Что ты будешь делать? Ладно, аппаратик включился, засунул вторую оперативочку. Значит, у нас классика жанра пыль попала в слот оперативной памяти. Но это тоже абсолютная жизнь. Ладно, проверим, тестируем и включимся, значит, с другой хорошей историей.
это. А вот малышек. Давай, в общем, малышек по имени Ryzen 72700 работает без проблем, картиночку выводит, это значит, все ножки стали туда, куда нужно, и сокет заводится. Это плюс микроремонтик для тех, кто хочет, чтобы сборочка состоялась. С этим аппаратом, друзья, вообще нет никаких проблем. Он долго проверял сейчас жесткий диск при первом включении даже вообще не включился. Но мы видим то, что SSD-шечка Kingston на 120 и 160-ник, обычно жесткий, с большим пробегом, тем не менее, все прекрасно работает. А сборочка сама здесь, это 8 DDR3, i5 3330. Симпатично, аккуратно, еще поживет в целом. Все дровишки на месте стоят, GeForce 240-я. Аппарат оказался неинтересным, тем не менее, это то, с чем мы сталкиваемся. Двигаемся дальше, сейчас будет что-нибудь погорячее. Ну что, самое время горяченького, друзья. А вот теперь смотрите, одно дело то, когда ты молодой парень, берешь себе Ryzen 72700X сетилинки и тебе его кривым дают, а другое дело, если ты находишься в компьютерной мастерской и тебе приносят топовый процессор в меньше, чем половину его стоимости. И такой случай произошел буквально в субботу, предыдущей неделе, и заходит, вернее, слышу звонок. Здравствуйте, процессор купите за 20 тысяч? Я думаю, ничего себе, что это за просто такой за 20 тысяч. Ryzen 9 3900X. И мы с Никитой, поскольку хорошо в этом плане ценно ориентируемся, переглядываемся, я без сомнения говорю, конечно, купим, привозите. И кто бы мог подумать, этот процессор привезли, и вы сейчас его встречаете, друзья. А многие интересовались, какая сборка, какие личные сборки у наших мастеров. У наших мастеров сборки лично интересные. Но на примере нашей вот мастерской, если говорим в лице, допустим, рабочего системника моего, или, ну, назовем, командного, у нас, по сути, был всего лишь один на Ryzen 5 3600 и 1070 Ti видеокарточки у нашего оператора Женьки. Остальные ребята попроще. У Никиты, кстати, интересна достаточно сборочка дома, но об этом чуть попозже. Тем не менее, идите сюда. Смотри. Просто наведись, Женька. Вот так вот, знаешь, пролети, дай немножко людям сфокусироваться, поймать эмоцию, которая при виде должна испытываться при этом, да. И мы теперь берем и показываем, что это такое. Да, все, всего хорошего, дружище, счастливо. Мы, кстати, только что вот на ваших глазах приобрели вот такой вот комп, друзья. Причем от этого компа видеокарта уже вот, 1050 Ti MSI Gaming X идет сюда. В сборочку клиенту под апгрейд. А здесь, смотри, какая основка. В X500, i3 и 7 поколения, DDR4, естественно, память у нас идет. В стареньком корпусе идеальная основка, чтобы подсобрать бюджетный игровой компьютер за недорого. Под конец 2020 года, особенно если есть кому его предлагать. А теперь, да, к жаркому, друзья, переходим. Человек приходит, отдаем 20 тысяч рублей, и мы имеем вот этого красавчика, друзья. Открываю крышечку, смотри. И знаешь, вот когда такие вещи происходят, ты как бы, у тебя есть несколько вариантов. Безусловно, ты можешь просто перепродать, потому что, ну, купить Ryzen 9 3900X за 20 тысяч рублей, можно ли вообще, Никит? Мне кажется, даже самый низкий ценник по Авито маловероятно, что будет у этих. То есть очень хороший сам по себе ценник. И было решено, друзья, сделать сборку, ну, назовем так, ту, которую ты не продаешь по первому клику. Это та сборка, которая потенциально, имея 24 потока, является апгрейдом мастерской. Переход на следующий уровень. Если до этого у нас был 12-поточный 3600, конечно, эта сборка будет заниматься рендером на более высоком уровне. В том или ином смысле. Посмотрим. У оператора загорелся. Кто тебе сказал, что ты рендером будешь заниматься? Мы будем рендером заниматься, чего угодно. Вот. У нас было, изучили момент, Никита изучил момент, и у нас было решено побежать и приобрести материнскую плату, одну из лучших на сегодняшний момент, если мы говорим в соотношении этого процесса. То есть там целая табличка есть. Никита, если есть такая возможность, скинь ее, пожалуйста, нам. Тоже мы сейчас вставочку видео сделаем, не забудьте, пожалуйста. B550 Mac Mortal от MSI, который имеет более чем шикарную VRM зону, чтобы, имея, скажем так, неполноценный ATX-овый форм-фактор, она, тем не менее, способна охлаждать и питать этот процессор прекрасно. Более того, смотри, насколько у нас
эстетичная будет сборочка получаться. Не то, что эстетическая, вообще зверская по факту, потому что здесь B550, вы понимаете, что это PCI-Express Gen 4. Ты молодец, что знаешь, что здесь стоит, потому что, не сомневайтесь, друзья, вот эта сборочка будет непосредственно нашей мастерской. Просто загляните. Да, детка, это SSD-шка стоимостью в процессор в состоянии нового, а не бушного. SSD-шка на 2 терабайта, это та, которую нам присылал Seagate для интеграции видео, изумительно. То есть, по сути, SSD-шку мы отработали интеграцией, это очень хорошо. И она будет служить, то есть, все пойдет в дело, она будет служить основой нашего компьютера, и мы действительно затестим. И, что самое интересное, у нас, ну, как бы не планируется, понятное дело, там, огромные инвестиции, знаете, делать из компьютера что-то невероятно, там, супер эстетично красиво. Должна быть просто хорошая продуктивная машинка, которая бы выполняла четко задачу, но при этом бы радовала. У нас осталось, как-то с Германии кто-то давно там продавал нам комплект, и осталось, там, долго лежало, ждала своего часа. Нам придется затестить Liquid B120 антилик, ну, назовем так, противо... поточная, вернее, проточная, вернее, противосистема, которая не течет, если по-русски выразить. Смотрите, какая водяночка, абсолютно новая. Она также ждала своего часа, и она нам прекрасно подойдет в наш компактный корпус, потому что мы эту систему не будем засовывать в какую-то сумасшедшую штуку. Односекционка, друзья, делайте ваши ставки, вытянет ли эта штука на 3900, 24 потока всего одной такой штучкой. Мы искренне верим, что да, поэтому мы в момент этот с вами доказывать. То есть вы должны понимать, что в течение, к концу этого года, либо в начале следующего, выйдет ролик, где мы полностью собираем эту систему, тестируем и смотрим, на что она способна. Но для чего я вообще этот горяченький момент вам, друзья, объясняю сейчас? Для того, что... мы не сильно можем себе позволить выкинуть огромные деньги на новую видеокарту. А, естественно, в такую сборку видеокарта должна быть, ну, по ощущениям, не ниже 3060, честно. А вот, чтобы это действительно было так уже смотрелось логично и актуально. А, поэтому мы воспользуемся, пользуясь случаем, друзья, если у кого-то есть видеокарточка 3000 серии или что-то подобное, что может логично смотреться с этой аппаратурой, искренне напишите в группу ВКонтакте, мы с радостью ее приобретем под нашу личную сборочку, она будет трудиться и увозить видосики. Так что это вот такое небольшое вот отступление для того, чтобы мы могли ее подсобрать. Корпус у нас, кстати, будет, мы нашли уже тоже у нас бушники, блок питания, тем не менее, хороший достаточно. Если он влезет в компактный этот корпус, вот такой чифтек у нас будет присутствовать, Smart C. Здоровенная штука, все, что нужно будет вывозить, ты просто посмотри, посмотри на этот кирпичик, 1250 ватт здесь. Ну, опять же, это все, ну, назовем так, в нашем случае перебор, просто потому что он у нас есть, не потому что это самое лучшее и выгодное решение с точки зрения цены. Ну, и корпус у нас будет вот такой вот Z, относительно нездоровый. Я не могу сказать, что я прям в восторге от него с точки зрения эстетики, но тем не менее, закаленное стекло, у него три вертушечки светящиеся, еще одна на выдув здесь стоит, но вместо этого у нас, скорее всего, сюда станет водянка. И посмотрим. То есть аппаратик будет очень такой, ну, ровненький, адекватный и симпатичный. Возможно, когда-нибудь, если мы выделим времечко, перекрасим его в какой-нибудь цвет. А лучше просто наклеечку наклеим. Так что эта сборочка, друзья, выйдет. Ждите ее. Саму очень интересно узнать. Поэтому те, кто очень интересовался в том, что стоит у наших мастеров теперь будет стоять вот такая вот штука в том или ином виде. Это очень хорошо, потому что я считаю так. Да, безусловно, это, конечно, только улучшает, когда у тебя абсолютно каждый, допустим, мастер может, если нужно, взять какую-то продуктивную задачу, быстро это все выполнять. И когда стоит системничек, а учитывая то, что у нас появился этот замечательный стол, который может позволить себе далеко не каждый в наше время, то есть чтобы он поднялся, красиво расположился на системнике, он стал больше. Эта сборочка, я думаю, станет и будет радовать входящих сюда людей. Поэтому на эту тему мы прикрываемся слишком долго, я сейчас говорил. Ну, а как долго про это не разговаривать, когда действительно... Честно, я последний раз собирал сборку, ну, назовем так, для себя. Слушайте, это очень давно было, это было очень-очень давно, поэтому я даже не помню, несмотря на то, что через наши руки огромное количество других сборок прошло. Вот так вот, где-то убывает, где-то прибывает. Я искренне рад, что этот моментик у нас получается. Я хотел закончить на как-то... А, да, знаете, ролик у нас понедельничек, день относительно тяжелый, честно. И мы подустали с Ваней по одной причине. Потому что начало этого ролика должно было начинаться не так, а вот так. Значит, чем с утра занимаются компьютерные мастера? Дымят в лесу. Вытаскиваем реноху.
на стареньком гелечке. Картина маслом. Вот так вот это все выглядит примерно. Хорошего начала дня. Посмотрим, что он нам принесет. Это то, как парковаться не нужно, но то, что можно делать на этой машине. Вы много спрашивали, что с ней произошло. А произошло с ней то, что мы ее забрали прямо сегодня, в 6 часов утра, чтобы вытащить Реноху. Но, к сожалению, он еще находится в состоянии, ну знаете, раненого волка. Раненого волка в прямом смысле слова, потому что я пока сегодня на нем катался, 5 раз глох. Друзья, сделали по нему очень много. Это требует отдельного выпуска, наверное, даже отдельного канала автотематики, потому что много что интересного стоит рассказать. Я просто хотел, чтобы вы знали то, что мастерская потихонечку двигается вперед, украшается, становится сильнее. А это означает то, что мы делать просто будем более крутой сервис, крутой командой в крутых местах в этой жизни. Все, вот пусть будет концовочка такая эффектная этого видео. Завтра будет последний полноценный рабочий день 2020 года, который был удивительный. По-другому не скажешь, очень много произошло событий, развязок, завязок, которые мы будем уже с вами ощущать в 2021 году. А завтра мы расскажем историю про ноутбук, про многострадальный ноутбук с хорошей, я бы даже сказал, максимально счастливой концовкой. Все, спасибо, что посмотрели. Вам приятного вечера и хорошего утра. До завтра. Пока-пока.